Егор Борисов вручил знаки мать-героине и материнская слава первым обладательницам. Сегодня в Доме дружбы народов в Якутске прошел торжественный вечер, посвященный Всероссийскому дню матери. В своем выступлении руководитель региона отметил важность поддержки многодетных матерей. Сегодня в республике реализуют комплекс мер поддержки, оказывается также помощь в приобретении жилья. В целях повышения социального статуса и поддержки многодетных матерей Егор Борисов в апреле этого года издал соответствующий указ. Сегодня высокие награды получили 42 матери. Знаком мать-героини наградили 13 женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Также матери, родившие 7 и более детей, получили знаки материнская слава 1, 2 и 3 степеней. Хотелось бы поздравить всех мам нашей страны с этим прекрасным, добрым, действительно благородным праздником. Всех мам. И сказать, что слова благодарности нашему главе. Мне радостно, что у меня много детей. Но бывают и трудности, переживания. И характеры разные детей, все в воспитании приходится как бы принимать серьезное участие.